В Анапе скоро снова будет свой военкомат. В здании на Парковой кипит работа. Об этом администрация курорта сообщала анапчанам в конце июля 2018 года. И работа на самом деле кипела. Рабочие подпирали надежными и прочными металлоконструкциями межкомнатные перекрытия. Заявлялось, что надежный каркас позволит зданию прослужить еще не одно десятилетие. А на втором этаже планировалось убрать старые межкомнатные перегородки и построить новые. А еще было необходимо успеть установить крышу до сезона осенних дождей, причем до конца августа, а уже затем вплотную приступить к внутренним работам на втором этаже. И вот 18 августа 2018 года ранним утром жители и гости курорта с удивлением увидели, как рабочие сносят здание на улице Парковой, в котором предполагалось разместить военкомат. Оказывается, планы изменились. По официальной информации, реконструкцию ветхого здания решили остановить, так как при проведении работ по укреплению внешних стен были выявлены скрытые дефекты части железобетонных конструкций. Износ опорных конструкций и металлических балок оказался критическим, поэтому после дополнительной экспертизы комиссионно с участием архитекторов и конструкторов было принято решение реконструкцию не проводить, так как в дальнейшем здание может быть небезопасным для эксплуатации. Ответственные лица уверяют, что многоквартирного дома или торговых рядов на этом месте не будет. На улице Парковой построят новое здание с полным сохранением площади и внешних параметров. И совсем скоро подрядная организация приступит к строительству нового военкомата. Но сроки окончания строительства пока неизвестны. Напомним, после того, как при прошлой администрации на улице Крымской закрыли военкомат, все военнослужащие вынуждены ездить, становиться на учет и сниматься с него в город Темрюк. Ну а как будут развиваться события дальше, покажет только время. Олеся Давыдова, Виталий Кущ, 39-й канал.